Трудовские. Это красная зона, улица Гаврилюка, Шестакова. Мы собрали в одном дворе, тут три семьи, трое деток замечательных. Наша Сашенька, тебя как зовут? Богдан. А тебя? Ира. Ирочка, да? И вот мы привезли им продукты, которые нам предоставила. Мы тут по пути встретили добрую волшебницу. Даже две феи такие были. Там это Анастасия Михайловская и Елена Дыбова. И вот от дяди Захара, есть такой добрый волшебник, дядя Захар Прилепин. Вот мы купили вам, вернее, передали от него продукты, чтобы у вас было все хорошо, вы кушали колбаску, конфетки, а мамы приготовили вам покушать. Огромное спасибо Захару, огромное спасибо Анастасия, Елена, всем, кто принимал участие в этом благом деле. Спасибо, Захар, спасибо.